при епархиальной детской школе хорового пения в Твери открылись курсы для взрослых «Чтение и пение на клиросе». В открытии подобных курсов заинтересованы многие настоятели храмов города. Ведь певчие на клиросе всегда нужны. Слушатели разделены на две группы. Знающие нотную грамоту и когда-то обучавшиеся ей, и абитуриенты, незнакомые с нотной грамотой. Обязательные дисциплины, которые изучают на курсах: церковнославянский язык, обиход церковного пения, постановка голоса, хоровое пение, сольфеджио, история становления церковного пения. Выпускники курсов используют полученные знания, работая в храмах, ведь церковное пение – это прежде всего служение Богу. Узнать подробную информацию о курсах можно на сайте Тверской епархии. Адрес: город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 11/30.